8 узлов! Не вывозится! Макс, умоляю, включи их что-нибудь. Да похер что-нибудь тяжелое, чтобы орали вместо меня. О! Спасибо. Как дела, джентльмены? Хочу вам предложить выполнить комплекс, который сделал только что я. Называется он «Три богатыря», потому что в него вошли три самые, на мой взгляд, мощные упражнения с гирями, которые можно только выполнять. Первое – это рывок парный. Второе – это швунг жимовой. И третье – это приседания фронтальные. Нужно сделать связочку. Делаем три вырывания. Причем опускаем, как негативный жим делаем, на грудь, сбрасываем вниз, с виса вырываем, снова на грудь, вниз. Три раза сделали. Потом сразу с груди делаем швунг жимовой, то есть можно подсесть, немножко зарядить ноги и, подкинув ногами, дожать руками. После трех повторений гиря остается на груди и нужно выполнить три приседания. Цель – закрыть за 15 минут 10 связок. Если вдруг где-то посредине связки у вас что-то пошло не так, вся связка не засчитывается. То есть вы не продолжаете с того места, где, условно говоря, вы упустили гири, а вы начинаете с самого первого рывка, который выполняется с пола, по сути. Через замах, конечно. Мне очень понравилась связка. Скажу, что влез на грани за 14.27 сделан. И какое из движений подкачало больше, какое меньше, не могу знать. Поэтому всем предлагаю к выполнению. И вы же помните, что я жду от вас видео. В комментариях очень много вы написали разных стран, городов. И мне очень бы сильно хотелось увидеть видео на фоне достопримечательности того места, где вы живете. Срока у данной идеи моей нет. Потому что я жду, пока накопится материал. Один, два человека, три человека из разных городов. Присылайте, можете вместе сколлаборироваться и присылать видео. И это будет очень интересно. Ну а что касается техники упражнений, которые я сегодня выполнял, которые я выполняю в предыдущих видео, либо буду выполнять в следующих, все вы можете найти в описании в моей книге. Переходите, приобретайте. Фитнес-центр у тебя на ладони. Книга о гирях. Все, что я на тот момент знал, все в нее воплотил. А знал я немало. Но, должен признаться, еще пара-тройка движений новеньких в моем арсенале появилось. Поэтому следите за каналом, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать совместные наши с вами тренировки. И обязательно, ребята, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Это очень сильно помогает продвижению. Я живу в Украине, Харьков. Спортивных блогеров вокруг нет практически, поэтому не с кем сколлаборироваться. Нет возможности продвигаться таким способом. Только вся надежда на вас. Поэтому помогайте развивать канал, и вместе мы сила. В общем-то, держу путь домой. После такой тренировочки нужно покушать, отлежаться, восстановиться и почитать комментарии ваши. Какой результат вы сможете затащить в этом комплексе. В общем, комплекс «Три богатыря». Комплекс для настоящего мужика. Пока-пока.